Приветствую вас, и давайте для начала немножечко поговорим о вашей маме, потому что вы просите совета в том, чтобы уговорить ее разрешить вам жить с парнем. Вот мама 18 лет, значит, вашей маме, ну, пусть будет около 40. Это значит, что ваша мама родилась еще при Советском Союзе. Родители у нее были такие, знаете, закоренелые советские люди у вашей мамы. И там, в том обществе, в то время, у тех людей, женщина не имела права голоса. Она была лишена этого. И в 18 лет она считалась еще ребенком. И ваша мама считает так же, к сожалению. Она считает, что вы ребенок, вы ничего не знаете, не понимаете, не знаете, что вы будете страдать, что это ваша блажь, ваш каприз и так далее. И отсюда, в первую очередь, нужно понять, что ваша мама хочет вас защитить. Защитить от чего? От возможных страданий, возможных боли, от возможных разочарований, от предательств. Она считает, что ваш молодой человек хочет воспользоваться вами, хочет как-то ущемить вас и не понимает, что вы его любите, что вы хотите быть с ним и так далее. И не поймет она этого до тех пор, пока вы не покажете ей своим поведением, что вы счастливы. И даже тогда она будет думать, что вы еще пожалеете. Дело в том, что разрешить вам жить с парнем сейчас означает для вашей мамы предать своим ценностям. Предать свои ценности означает, по сути, признаться себе самой в том, что жила неправильно, по ложным взглядам, по ложным идеалам. Для вашей мамы, как вы, я надеюсь, понимаете, это невозможно. Ну, не может взрослый человек средних лет, в середине своей жизни, признаться, что все, чем он жил, было неправильно. А именно это должна сделать ваша мама, чтобы вам разрешить жить молодым человеком. И именно потому она этого не сделает. Но есть и другая сторона. Эта сторона заключается в том, что вы уже достаточно взрослая, чтобы самостоятельно решать, что вам делать. И в этой ситуации, если вы твердо решили, нужно быть жесткой и последовательной. Скажите своей маме по факту, что и вы переезжаете к молодому человеку, потому что любите его, хотите быть с ним, и вы и так будете счастливы. Ваша мама этого не примет, но остановить вас она не сможет. И потом, когда вы еще будете жить там, если ваша мама убедится в том, что вы счастливы, она поймет и примет. Не согласится, но примет. Потому что согласие, как я уже сказал, это будет означать слишком сильные и большие изменения в ее мировоззрении. Она примет, но примет не сразу. Вот для того, как увидеть, что вы действительно счастливы. Потому что для нее это главное, чтобы вы были счастливы. Покажите ей, что вы счастливы, и она вас примет и примет ваш выбор. Дальше.
В жизни бывает так, что окружающие, в том числе и наши родные, самые близкие родные, противятся тому, что мы делаем. Чинят нам препятствия, и мы вынуждены преодолевать их недоверие, их нежелание, иногда и противодействие. И ваша мама является, можно сказать, первым серьезным противодействием в вашем личностном осознанном выборе в жизни. Поверьте, она не является самым сложным и тяжелым препятствием. Потому что в конце концов она любит вас. В конце концов она желает вам добра и счастья. Но преодоление ее недоверия, сопротивления, показ ей, что это ваша жизнь, что вы можете ей распоряжаться сами, что вы сами способны нести ответственность за свой выбор. Во-первых, даст вам необходимый опыт для принятия соответствующих решений во взрослой жизни, куда вы сейчас вступаете. И во-вторых, научит вас отстаивать свои взгляды, защищать свои интересы и не позволять никому на них влиять. Начните как раз с вашей мамы. Покажите и докажите ей, что ваш выбор – это ваш выбор. И у нее нет другого варианта, кроме как его уважать. И со временем жизнь поблагодарит вас за такой подход тем, что вы будете успешны, что вы будете сильны и никому не позволите себя обидеть и ущемить в правах и интересах. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго и удачи.